Подъезжаю к пляжу Парадайз, а здесь растут сосны прямо на пляже. Не пальмы, а сосны. Как будто бы заехал в Россию на 5 минут. Вот это вот интересный факт. Наверное, этот пляж этим и знаменит. Вот смотрите, вот корневая система сосны. Или сосны здесь. Говорят, что Paradise Beach классная, чистая вода. Сейчас сходим, посмотрим. Подхожу к морю, скажу, что нифиговый такой песочек здесь. Классный. Вода здесь явно почище. И песок такой большой, что ли. Толстый песок. Из-за этого, наверное, здесь и любят многие купаться. Вода явно прям чистая. Чистый пляж, классный песок. И сосны. Именно вот здесь. А там я вижу уже вдалеке начинаются пальмы. Крутая эта новая тема — закапывать свои. Все 4 закопаны. Купался. Вода отличная, теплая, прозрачная, песок хороший, в воде мусора нету, народу на пляже никого. Отличное место, я вам скажу. Здесь просто хочется, конечно, просто сидеть, отдыхать, ничего не делать. Просто взять книжку какую-то и читать весь день. Друзья, вот и вступил я в байк-клуб Paradise Beach. Прямо здесь, на пляже, со своим электроконем. Вот они, настоящие рисовые поля в штате Махараштра, прямо у дороги. Местная речка. Интересно, можно ли здесь рыбачить пауком? We'll be right back.
что, друзья, значит, приехал домой, отдохнул. Что хочу сказать насчет путешествия в соседний штат, Махараштру. Очень жарко, очень тяжело крутить педали. Как и все владельцы электровелосипедов, наверное, скажут, что их велосипед их не устраивает в плане миллиампер-часов, которые у них находятся в батарее. Хочется, конечно, крутую батарею, чтобы она тебя на 50 километров хотя бы везла, чтобы ты не так сильно уставал, крутя педали. В общем, я устал сегодня, немножко покатался, посмотрел, есть ли какое там жилье. Немножко увидел там, в общем, мне ничего не понравилось. Два раза спросил, мне сказали, что все сдано. И я решил со спокойной душой поехать просто домой, отдыхать. Воду все выпил, воды надо много. Повторюсь, что температура в последнее время вообще радует. Последние дни до 38 градусов. Сегодня покатался на байках там, на настоящих. В общем-то, такие там байкеры. В общем, все здорово, у нас все хорошо. Продолжаем отдыхать, чилить в Индии. Всем советую. Все, всем спасибо за внимание. Тогда заходите в телеграм-канал, задавайте вопросы. Всем пока!